история эта давняя, и, в общем-то, эти 5 вечеров, они пробовали их делать практически в этом же решении, ну, тоже уже лет 5, наверное, назад была первая попытка, мы это сделали. А потом те студенты, те ребята ушли уже с новым актерским курсом и взялись за реконструкцию этого спектакля. Ну, в общем-то, существенно его переделали, адаптировали под сегодняшние какие-то впечатления, сегодняшние ощущения. Любой материал, любая пьеса, она интересна погружением, поэтому погружение требуется долгое, а за собой тянешь в это погружение и молодых людей. Поэтому, как мне кажется, мы все еще тонем в этот материал. Все еще интересно. Ну, любой материал для спектакля, как на него выходишь, это целая долгая история. А как приходит время для постановки спектакля, это на уровне. Мне хочется сегодня об этом говорить. Мне хочется на эту тему попытаться размышлять, попытаться понять, что там происходит. Как это пересекается, перекликается, как это сопрягается с сегодняшним днем, с сегодняшним временем. Ну, как вот художник, допустим, пишет картину, он таким способом выражает, наверное, какой-то свой взгляд на эту жизнь, свое восприятие этой жизни. Он берет краски, берет полотно какого-то определенного размера, смешивает и делает. Это его способ размышлять. Мой способ размышлять, когда я беру литературу, беру актеров, беру пространство, беру свое там воображение, свою фантазию и размышляю. Это мой способ разговаривать с людьми, мой спектакль, поэтому перевести его на язык другой я, к сожалению, не могу и не умею. Thank you.
плохая. А это вообще перестали в последних журналах показывать. Наверное, поругалась. А может, замуж вышла. Зависть мечтала. Вообще-то она жить лучше. Мужчине нужно то носки покупать, то четвертинку. Куда?
снова. Чуть слышно открылась входная дверь, и в комнату кто-то постучал. Кто это? Тамара Васильевна! В чем дело? У вас комната сдается! Какая комната? 12 часов! 22 часа 23 минуты! Выйдите! И хорошенько захлопните за собой дверь. Что вы там делаете? Я возле вешалки прилягу. Только в утром дверь сразу не открывайте. Потихоньку. Что это? Корыто. Повезти его обратно. Повесил. Послушайте, что вам надо? Кто вы такой? Не нужен мне ваш паспорт. Ложитесь поздно! Чем же вы мне помешаете? Вы мне нисколько не помешаете! Вам здесь будет удобно!
Спасибо. Время позднее. Можете ложиться прямо сейчас, так что... Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо, Иван Ильич. Купаешь, что ли, дочки? Пойдем. А у нас ее вся кормит.
Значит, она раненная девушка, серьезная. Вам не мешало бы с нее пример взять. А зачем мне брать? Я ей вся успехом пользуюсь. Вы слышите, как вы отвечаете? Вы девушка, для вас честь дороже всего. Я почему-то уже с вами простила. А ты, как ты мог? Пришли 12 часов ночи. А замерзли в парадном, погреться пришли. Стыдись привезти кого-то ко мне. Тамара, ты спишь?
Я закурю. Дым не мешает. Делайте, что хотите. Сплю я. Он не курил. Она не спала. Он не оглядывает назад. На этот лёд, на эту тьму, он жадно ждёт вас через взгляд. Не сможете вы ответить ему. Вот я подвинулась сегодня в трубку ближе. Глядит на меня никогда живыми глазами живой мой друг. Глядит всё за мной навсегда, навсегда. А я и не знала, что это так. Я думала, что дышу вины. Но каждая моя радость, моя мечта. Я только ему еще родна, я только этим еще права. Для всех живущих его жена, для нас с тобою твоя вдова. Второй вечер! Мы перейдем сразу к нему, потому что за день ничего существенного не произошло. Ильин и Слава в комнате Тамары. Видишь, как красиво! Причем скатерть должна быть со складками от утюга. Они пробуждают воспоминания детства. Возвышенно! Изнашиваются не люди, не вещи, а наш способ глядеть на них. Сечешь? Полный покой, невозмутимость, болезнь отопит, старость от зависти. Учти, в книге жизни много лишних подробностей, но тут существует секрет. Эти страницы можно пропускать. А ну так эти страницы мне листать неохота. Вот придет тетя Том, пускай убирается. Существует разделение труда. Не серди меня! И будешь проделывать эту операцию каждую пятницу. А ну встань! Зачем? Неудобно же мне бить сидячего. Повернись боком к противнику! Опусти подбородок на грудь. Левая рука вперед, правая защищает подбородок. Учти, в боевой стойке ты неуязвим для удара. Бей! Оп! Давай сосредоточься! Бей! Оп! Оп! Это что делаешь? Это что? В чужом тогда? Все мирно, шутим, Катя! Это что? Маня, Юр, тебя что ли такое? Ты зачем на переговорный приходил? Да, мимо шел, зашел. Мимо шел. И шел бы мимо, думала по делу. Больше просто так не заходи. Успех в учебе. Посидела. Еще чего? Куда спешишь? Тише, не плачь. Ладно, без дураков, пришла. Давай включайся. А что это у нас тут за приготовление? Праздник такой. День рождения. У кого? У этого что? Нет, не у этого. У его тети. Сколько же ей стукнуло? Вообще день рождения абстрактно. Мы не будем начать. А у нас женщина на лестнице 38 лет замуж. За 70-летнего. В 38 лет можно выйти за что угодно. Ладно, перебью вас. Время не ждет, приступайте. Учтите, интерьер должен быть на уровне современных стандартов. Я в магазин заберу записи. Сначала скатерть постелили, теперь крылья вытирают. Уборщики. Ладно. Возобновим наше мытарство. Сейчас шла по улице. Птицы под карнизом сидят. Он спит. Она его клюет. Ей скучно. Коротко, а интересно. Ну и что мы там увидели? Девушка пошла. Туфли на гвоздиках. 300 рублей стоят. Хорошо бы 150, я бы себе тогда тоже такие купила. Слав, похож, зарил 8:30. У меня там билетерша знакомая есть. Я как-то раз на двоих привела. И вот сидим мы, мне один говорит, повернись ко мне, ты со мной пришла. Я к нему поворачиваюсь, тогда другой спит третий. Ага, а я третьим буду, совсем извертишься. Ладно, давай и в той комнате заодно. Какой деловой? Я прагматик. Ну тебя стриж.
Что здесь происходит? Кто тебе разрешил себе платить? Зачем взял банку? Мне надо сдать ее в магазине. Специально приготовил. А я знаю, жилец твой распорядился. При чем тут мой жилец? Пускай скажет спасибо, что его вообще в дом пустили. Освободи банку. И Бог дело. Кто это? А это я, Катя. Какими судьбами? А я пришла. Сама? Что вы там делали в его комнате? Чемоданы обтерла. Забили в обратно. Может, еще и мусор обратно принести? Так, в чем дело? А ну-ка, поставь обратно цветы. Освободи банку, мне надо сдать ее в магазин. А мы тут обмыть решили. Что обмыть? Как что? Нашу встречу. Во-первых, не вижу надобности. А во-вторых, мне надо переодеться. Тогда прошу прощения. Овсяная, а не там?
Сила! Давайте закусывать. Покормите ее. Я, между прочим, не о себе беспокоюсь. Я, если хотите, уже была в гостях. Ах, она уже была в гостях. Так, все, все. Белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Пошли. Белый танец. Одноформный содержание. Теперь не будет так, как в каком-то веке. Девушка, жизнь за нее отдать. Теперь перегиб в другую сторону. Вам не будет интересно, с той, которая толкает какие-нибудь мысли. Вам все время надо чего-нибудь добиться. А кто ли еще будет лет через 20-30? Надеюсь, что проще стать. Надеюсь. Это что за групповщина? Я осуждаю вас, и все осудят вас за то, что вы пьете сепаратно. Катя, выпьем на брудершафт. Уймись, развеселимся. Правильно, весело. Я не спешусь. Между прочим, мне не так уж и весело, как вам кажется. Все это. Ты держись за меня, а? Ты перебрал. Пойди отдохни. Я вот думаю, мне демонстративно уйти или демонстративно остаться? А вы вообще чего распоряжаетесь? Вы жрец? Жрец. Вот и ведите себя тактично. И на славу вон плохо влияете. Вот он три рюмки выпил. Зачем это?
вышла замуж. Война лучшего слова, одному с тобой раз. Ты должен влюбиться снова, сказать мне об этом сейчас. Смотри, ты упустишь время тяжелой моей любви, счастливое гордое бремя немедля обратно возьми. Ты лучше не сыщешь вдоль высот, не найдешь других, ибо в ней последняя воля, последний воздух двоих. Третий вечер. Тамара и Ильин в парадном у батареи городового отопления. Здесь их остановило воспоминание. Немало мы здесь отдежурили. А помнишь, как ты поцеловал меня на лестнице в первый раз? Я тогда со страху чуть сумочку не выронила. Тогда Ильин повернулся, прислонил Тамару к стенке. Тамара замотала головой, и тогда он поцеловал ее. Губы у нее были сомкнуты крепко, но не могу я так. Не могу, теперь все как-то иначе, все по-другому, все так хорошо. Хорошо. И тогда он поцеловал ее снова. Но раз уж ему так нужно, решилась. Раскрыла губы, как это делают все актрисы в зарубежных фильмах. И было то, что прежде. И даже лучше, чем в прошлой жизни. Ходила по квартире, видала, что спокойно с веником, а и бегал за ней из комнаты в комнату. Забегали даже на кухню. Им было хорошо. У тебя глаза красивые! Просто большие глаза, большой личик. И тебе лица хорошие. Ну что ты, вот раньше у меня был цвет лица, это правда. Сегодня захожу в трамвай, слышу, садись, мамаша. Я оглянулась, ко мне обращаются. Да, летит время. И чем дальше, тем быстрее. Все-таки молодость такая яркая штука. Обещаю тебе. Да вы изделие моего морального облика, я не снимаю!
Саша, что с тобой? Со мной ничего. Скажи, Сашок, я пойму. Ладно. Напугал тебя. Шутка все, фантазия. Ну, ты собиралась в магазин? Ну, сыпь в магазин! Закрой. А где Александр Петрович? Он сказал, что ты ждешь его в парадной. Ты разве его не проводила? Проводила. Не унижайся! Не бегай за ним! Славка, что за детские игры? Открой дверь! Никуда не пойдешь!
выкручивать волосы на бигуди. Слава увидела отражение ее глаз в зеркале. Если бы она знала, что ее видят, не смотрела бы так. Но увидела. Подошел к двери, отпер ее, распахнул. Извините, я в таком виде. Да что вы, я только хотела спросить, извините, что так не вовремя.
сегодня стоят. Ах, бывает у нас. Что? Ну, говорю, починят часы, а как они идут, это их не интересует. Не только черти. Подождите, я накину чего-нибудь. Ничего, что я вас не приглашаю. Да что вы, я ворвалась, вы отдыхали. Так, чем могу помочь? Я хотела осведомиться насчет Ирина, а вы случайно не знаете, где он сидит? Ну, был у меня, заходил. О, слава богу, а когда же он заходил? Число не записал, мне может 10. Не 10, а может быть он обещал еще зайти? Нет, не обещал. Может быть адрес оставил где-то? И адрес не оставил. Странные вы друзья, встретились и даже ничего не спросили. Ну как же, я у него спрашивал что, как, и он у меня спрашивал как что. Ну и что же у вас, как? Вот, приехал в командировку, остановился у родителей. Так что вы меня случайно достали. Виноват. Алло, да, Тимофеев. Подгорск, да никто не вешает. Жду, жду. Вы тоже, получается, на Подгорском комбинате? Я тоже еще. Ну как же, Александр Петрович? Александр Петрович, возможно. Что значит возможно? Вы кем там работаете? Вы я не знаете? Главным инженером. Странно. Ну что странно? Что странно? Не пугайте меня. А Ильин Александр Петрович? Что Александр Петрович? Ну он же должен в Подгорском комбинате. Нет, Ильин, он мне не знаю где. Да. Алло, да. Договорился. Договорился уже, говорю, глухая тетеря, будут 20-го. Вышли машину. Все, бывай. Вы ему простите кто? Жена? Я? Нет, просто знакомая. А? Что а? Ничего, вы говорите знакомая, я говорю а. Нет, вы как-то так сказали. Вы если сказали, договаривайте. Ничего я не сказал. Я не люблю лезть чужие дела, я их не знаю. Мы с ним старые знакомые, еще до войны познакомились. Я ничего не имею против вас и вашего знакомства, упаси Господь. Вы, может быть, намекаете, что он безалаберный человек? Странная вы женщина. Или вы намекаете, что он неуравновешенный человек? Так я это знаю. И я знаю даже, что его из института временно исключили. Ну так вы что же, этого декана и сейчас все студенты видят? Да ты вообще заслуга не в том, чтобы не совершать ошибок, а чтобы вовремя их исправлять. А что же он не исправил? Началась война. Я знаю, ты тоже никто ошибался. Только я потом 3 года жил обшённую кашу без жиров, а начал гавни капусту грузил. Вот раз на лекции сделал с бабой башкой. Ау! А зачем ему надо было, это же 3 года вкалывать. И институт он так и не окончил. Помнил, что у него есть какие-то кандидатки к спорту. Заработал себе какую-то бляху, оставил пару лишних зубов на имя и завербовался куда-то на север. Я не разобрался, чем там занимается. А вы его завидуете? Я! Он заработал для меня, а вы как? Он сказал на север, а правда нет? Его там все живет на них, а сам он нам сразу обещал. Его даже в школе! И где же Киреэмера? А проверили его в неспособной стихи. И в институте, где вы ему попадали, а он вам! Он не хвалил, я просто к слову пришлось. Понятно, почему он от меня ушел, и все-таки обидно. Обо мне совсем не подумал, и я за ним бегаю. Вы скажете, я унижаюсь, может быть, но ведь я не ради себя, я ради него стараюсь. Хотя так, наверное, всем кажется. Да успокойтесь, это будет вам. Я ведь в сущности животное. Работа у меня интересная, ответственная. Всегда чувствуешь себя нужной людям. А по праздникам плохо. Все парами, только я одна. Один раз еду в трамвае, думаю, вот бы ехать и никуда не приезжать. А дома порой так плохо сделается, что вот полы натерты, все на месте, и берешь и разбросаешь все вещи по комнате. А потом от того еще хуже. Обратно порядок наводишь.
шея это открытая, продует. О, ничего. Шарф куда-то заливался. Мой возьмите. А мне зачем? Ну, давайте вас хотя бы провожу. Да не можно, не нужно. Да адрес хотя бы оставьте, если вам нравится, иду сообщу. Когда теплотехнику сдаешь? Обязательно какую-нибудь гадость сказать.
Надо еще конспекты переписать о время. А ты у Лидочки попросил. Просил. Испортилась самописка. Ко мне никто не приходил? Никто не приходил и не придет. Видишь ли, Александр Петрович еще не уехал, и мне надо видеть его по делу. По какому делу? Зачем тебе его? Да я тебя в комнате запру. Между прочим, я знаю один адрес, по которому о нем можно справиться. Откуда знаешь? Он по телефону говорил, я слышала. А, уже разговоры чужие подслушиваешь. Я не подслушиваю, это у меня профессиональное. Я и не хочу слушать, я слышу. Так что же ты там услышала? Он по телефону гастроном Льва Толстого спрашивал. Там Зоя заведующая, может быть, она что-нибудь знает? Может быть, чаю выпьете? А, она уже пила чай в гостях. Зачем же приходил? Попрощаться.
останется. Шут с тобой! Шагай! Только через двор давай, это с чемоданом подумают тесть и сын! Выносишь! Мельчайшие частички, которые не видны вооруженным глазом. Невооруженным. Это все неправда! Ты на меня достанешься, моя!
Не знал. Не для меня придет весна. Не для меня дом разольется. Смотрит снизу вверх и говорит: видишь, какая у тебя переписка.
погнала за нами. Потом мотор стоит за гнов непонятно. Остановились. И она остановилась. Прислонилась к водосточной трубе. Смотрит. Потом опять тронулись. Она опять побежала. Потом настала. Я сердце свое никогда не щадила. Ни в песне, ни в дружбе, ни в горе, ни в страсти. Прости меня, милый, что было, то было. Мне грустно, но все-таки все это счастье. И то, что я страстно, горюче тоскую, и то, что страшась небывалой напасти на призрак, на малую тень негодую, мне страшно, но все-таки все это счастье. Пускай эти слезы, это удушье, пусть хлещут упреки, как ветки в ненасти. Страшнее все прощения, страшнее равнодушие. Любовь не прощает, и все это счастье. А знаю теперь, что оно убивает. Не ждет сострадания, не делится властью. Покуда прекрасна, покуда жива я, покуда она не утеха, а счастье. И вот они уже сидят на своих машинах, все кругом плачут. Я ему говорю, видишь, какая у тебя будет бесчувственная жена. Слава, только не злись, все кончено. А раз кончено, зачем предаваться воспоминаниям? Я потому и предаюсь, раньше не предавалась. И вот их машины поехали, и я побежала. Бегу за ним и молчу. Потом их машина почему-то остановилась, и я тоже остановилась. Смотрю на них. А потом их машина снова поехала, и я снова побежала. Я вот только одного не понимаю. Но это в романах влюбляется непонятно за что, а в жизни-то любят за что-то. А он совсем не такой человек, как тебе кажется. Совсем не такой, совсем не такой. О, завидую людям, которым все нравится. Мне уже давно не все нравится. Прогресс? Ну и что же? Людям всегда казалось, что плохого в жизни больше, чем хорошего. Но вот время прошло. И что на проверку? Ленин, Джордано Бруно, Пушкин. Люди их вечно будут помнить. А всякие там инквизиторы, гонители, цари, те давно уже все позабыты. Только отдельных представителей еще проводят по истории. И то путают, какой царь, после которого шел. А ты не лишена логики. Так как там твои профсоюзные дела? А никак. Выборы называются. Все себе самоотводы дали. Один говорит, я в хоре пою. Другая говорит, я за городом живу. Третий говорит, меня вообще выбирать нельзя. Я подавляю инициативу. Нет, ну так ты не подавляй. А я на минуту вышел, все, бац. Выбрали. Стыдно. Говоришь такие слова. Ты профорк. Студенты съехались, бог знает откуда. Некоторые из них живут на частных квартирах. Кому-то нужна помощь. Кому-то общежитие. Ты же лучше знаешь. Культмассовая. Съездить вместе то ли в театр, то ли в музей. Экскурсии по памятным местам, то ли пешком, то ли на автобусе. У профкома есть средства, чтобы это оплатить. А ты такой украинец. Завтра принесу тебе форму. Охрана платы членских взносов. Повесишь на стену. Чтобы все видели! Ладно! Пойду приберусь там вас. У вас? Сколько вас? Раз! Готово! Открыть? Подожди, пускай Егор Павлович откроет. Сосибом. А, Галь твоя пришла. А я не к тебе пришла. Опять на Лидочку шачешь. Ну, давай, давай. А ну-ка, дыхни. Ну и где ты нализалась? А тебе какое дело? Подними! Сюда. Что, парень, даже чакаешь?
должен исполнять то, что тебе велит женщина, а то я уйду. Так, руки на стол, к себе, от себя, к себе, от себя, к себе, от себя. Что здесь происходит? А у него есть способности. Только надо систематически заниматься. Воды! Выпей! Ну, знаешь! Тамара Васильевна! Не знаю, а что сказать? А если я здесь прилягу, можно? Да, ложись на мою кровать, сейчас там укрыться. Что-нибудь укрыться, слышишь? Тебе. И что это? А, убиралась у твоей Лидочки, нашла ее знаменитые конспекты по теплотехнике. Ну, я их тебе переписала. За весь семестр? От нечего делать. Сколько же времени ты потратила на эту халтуру? Да так, ночку я посидела, все равно у меня бессонница. Почему ты говоришь, что это халтура? Разве тебе это не нужно? Ведь сессия. Сессия! Папа, папа! Спасибо. Иди учись! Тамара Васильевна! Мне нужно вам сказать. Ваш Ильин уехал. Куда уехал? В Иркуту. Я его на поезд посадила. Он не трезвый был. Ненадолго. Присаживайтесь. Некогда отсиживаться. Тамара Васильевна, вы здесь сидите, да? Племянник. Я пришел спросить. Ильин к вам не заходил? Александр Петрович уехал. Куда это он? В Воркуту. А это меня мало интересует. У меня, знаете, дела поважнее есть. Столько дел, успеваю поворачиваться. Знаете, как на участке? Девушки пришли прямо с десятилетки. Их куда ни поставишь, они везде не справляются. Одна чаще тихая, другая чаще боевая. На смену прямо с катка заявилась. Я ей говорю, коньки выкину, проценты сниму. Ты не одна? Здравствуйте. Ты представляешь, что она сделала? Переписала все конспекты за семестр. И так только не за тот семестр. Ты только ей не говори, это же формула, адский труд. Надо бы ее раскрутить, домой отвезти. Кать! Кать! А, что? А, это ты? Ой, извините, Тамара Васильевна, я тут нашумела. Вы же знаете, я не пью, просто вот... Да ничего, ничего, все в норме.
Идти-то можешь? Можешь. Вот туфли одевай. Все, держись за меня и поплыли. Вот и хорошо, вот и слава. Извините. Воркуту. Тамара Васильевна, я пришел сказать, вернее, уточнить. Вернее, будет раз покаяться, да, и именно покаяться. Погрешил я Масашку, это и есть. Хотя бы по поводу того, что его из института-то отчислили. С этого-то, в сущности, все и началось. Понимаете, было он на курсе 20 человек. И он один повел себя с этим Фомичом, как мужчина. А я стоял и радовался. Радовался тому, что он говорит. Потому что это не я говорю. Потому что мне за это ничего не будет. Простите за вторжение! Ты разве еще не уехал? Пока нет! Если придешь спать, комната свободна. Знакомые все лица! Привет! Ты ему не верь! Женатый человек! У него трое детей, куда он их денет? Шут ты все-таки гороховый! Я вот что пришел сказать, друзья мои! Учтите, что прикидываться ради вашего удовольствия лучше, чем я есть на самом деле, я не собираюсь. Человек должен всегда оставаться самим собой. Самая выгодная позиция. Да, иногда тянет на родные места, к старым друзьям. Не получилось, тем лучше. Запомните, я свободный, веселый и счастливый человек. И еще буду счастлив разнообразно и по разным поводам. Чего и вам желаю. И на том прощайся! Саша, я тебя уважаю! Ага, ты меня уважаешь! Ты мной гордишься! Да, горжусь. А ты что, морщишься, главный инженер? Я тебя шокирую! Пить меньше надо. Пошли. Ну, когда меня попросит об этом хозяйка. Может, мне уйти? Нет. Не буду мешать. Полюбила именно меня. Восьмое чудо света. Восьмое? А какие
ним, как на люсе умерла, а слава сразу взяла к себе. Набегаете по палатам, потом ищи его. А потом я болела долго. А вообще, я здесь хорошо была. Жила, у меня было много счастья в жизни, дай бог каждому. И потом, я не